Всем привет! С вами Б16 и Вейл Джонс, который с вами не поздоровается. В этой серии я убедился на личном опыте, что UMP все-таки очень хорошее оружие. Почему? Мы это узнаем. А прежде чем мы начнем, хочу попросить вас нажать на колокольчик. Я не вставляю ту самую заглушку с колокольчиком, поэтому просто прошу, жмакните на колокольчик, и вы не пропустите ни одного моего видео. Если вы не знаете, где почерпнуть информацию по игре со сложным названием, рекомендую вам паблик по игре со сложным названием. В нем вы найдете последние новости, переводы дев-блогов, мемасики и множество других полезных вещей. Ссылочка в описании. О, у меня есть Калашников. И патроны на него так, есть. А мы там где там? Мы в зоне с тобой. В принципе, нам можно будет потусить здесь еще, мне кажется, чуть-чуть. Хорошо. Нам нужен Гелендваген, чтобы отсюда уехать. Нам что-нибудь такое, знаешь, чтобы на чем можно свалить, конечно, не помешало бы. Пока что я кроме UMP-шки ничего не нашел, прям реально годного, чтобы мне вообще помогло бы. Эти дома я походу все посмотрел. Я глушак на нога наделал, ты знаешь, это топово. Подожди, ну что, поехали, я думаю, сюда. Поехали, на ногах ты имеешь в виду поехали? Ну да, да, естественно. Другому пока что никак. Так, это ж Кавасаки, это ж Кавасаки, погнали. Так, смотри, по правой стороне, чтобы нас кто-то с холма не зарядил. Хотя, думаю, в эту сторону вряд ли кто-то пойдет, поэтому давай. Хорошо, без проблем. Так, секундочку. Давай я к тебе сейчас сяду. Ты так задом сдаешь, конечно, неплохо. Подожди, там, может быть, пересядем с тобой вон на тачку, которую дальше. Боишься мотоцикла? Конечно, боюсь. Мы сейчас на какую-то кочку с тобой наедем и улетим просто. Не, у нас пока до режим, мы тут пытаемся что сделать. Слушай, ты хочешь на этом драндулете ехать? Он же не какущий, он же. А давай что-то я на нем поеду, ты на этом. Будем давай поедем на мотоцикле по дороге, ленту, асфальт. Асфальт проложили недавно. Ладно, ради тебя. Не будем. Будем ехать на УАЗике. Отлично. Погнали быстренько. Не знаю, тачку припарковать, короче, сейчас найдем место. Я тоже не знаю, но можно яму какую-то найти и в яму залечь. Нет, в яму мы, нам залегать в яму вообще а не вариант. Лази с тачкой, по вот, получается штучки, как и горообразование появились из-за чего? Из-за того, что снаряды какие-то прилетели? Нет, скорее всего, время. Рельеф местности сложился так. Ну не знаю, мне кажется так, то есть это образовалось так. Нет, ну не снаряды, это холмы. Это стек... Ну, ты знаешь, на самом деле, да, здесь это такой холм неестественный. То есть ни гора, ни холм. Либо бомбили, я не знаю даже как-то. Да не, а бомбить тут надо, ты запаришься, знаешь, кинуть бомбы кидать, чтобы это... Не, ну хотя да. Не, ну реально, посмотри, вот какие прям, такие ужасные какие-то. Ладно, значит, смотри, ты даешь инфу, не стреляй раньше времени, потому что у тебя оружие просто не добьет. А у меня патронов. У меня есть это, голографический прицел, ну конечно, да. Еще патроны. Ну, голографический прицел, я вон на карабине пробовал, это, знаешь, такое себе удовольствие, тут честно тебе скажу. Да, вот. Более-менее. То место. Короче, смотри, мы сейчас лежим в целях разведки просто, нам отсюда все видно. В теории нам не зайдут в спину, в теории. Тут еще углубление есть шикарно, тут вообще имба позиция. Ну только если снайпер, конечно, не заберет нас. Давай полежим, отлежимся, в принципе, что нам терять-то? Я не спешу никуда, я хочу поваляться. Тобой, вот смотри, можно ромашки понюхать. Да. Васильки. Бы и нет, в принципе. О, грибы даже, смотри, какие-то есть. Может, можно грибочками перекусить? Да, реально, смотри, мухоморы какие-то или что это такое. Это первое. Вот сделай от первого лица, короче, просто посмотри. А, нет, это камушки, слушай. Че, здесь лежим? Да. Так-то машина есть у нас, наверное, едет. Не нашу точку угнали, не нашу. Она едет на нас. Так, подожди. Не вылазь, не давай не себя. Не вылажу. Подожди, она, по-моему, сейчас по мне проедет, нет? Да. Перезаряюсь, типа. Они перевернулись, давай. Подожди, посколочную туда. Я по ним зажал, хорошо. Ты живой, нет? Живой. Я очень накосный, я чинюсь. Они поднимаются, нет? Так, подожди, вырубил одного. Второй там живой. Поднимается? Держи, гранат. Ты. Один раненый. Я хаешку им кинул, точнее. Вон. Я повалил. Поднимешь, нет? Ты его подниму, подниму. Стой. Мы стал просто в идеальной позиции. Чё едут, по-моему? Не мешай. Мобаги. Ой, она там вообще так вылетела эпично. Да, стой, сейчас подниму тебя, успею. Уходи в сторону резко просто. Ушел. Да, погоди, вон. Перезаряюсь. Чекай. Не перезаряюсь, я хилюсь. Сейчас стрёмный. О, он побежал вправее, видишь? Я подожди, я за ним.
подожди, пока что отойди чуть. Куда он? Говори мне информацию. Да вон, вправо выходит. Вижу. Пит дал. Пойду лутать, пойду лутать. Я, по-моему, повалил, нет? Убил. Убил? Ну давай залутаем, да, этих ребят. Этот, энергетик юзаю. Да, я аптечку прожимаю. Лутаем, нет? Если там лутаем шлем... аккуратно, подожди. Я сейчас тоже, подожди, сейчас отлутаю, отхилюсь. Это же плохая вещь, слушай. Ну да, вот сейчас тут знаешь, сколько раз пришлось попасть в них, чтобы вот что-то забрать. Так, ладно, пошу, попробую залутать, там еще один. Сейчас, секунду. Да, да, сейчас, секундочку, пожалуйста. Так, секунду, где у меня... А я не могу понять, кто-то где его завалил. Он под машиной там валяется, возможно. Нет, а, ты того? Покажу. Аккуратнее там, аккуратнее. Да, да. К нам движение, 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 движение. Уходи оттуда, уходи. Мопед вижу, да. Вы вырубаете, одного вырубил. Вейл, аккуратно. Отошел. Куда я он поехал? Убил. Готов, 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 готов. Вейл, чекай кого-нибудь, отхилься так хорошо. Я теряюсь просто, надо с калаша снимать эту, по-моему, билиберду. Это жесть вообще происходит, не кажется? Нормально все. Я патроны забрал, точно? Так, пошел нижнего, залутаю. Вот на один на баге прилетел, что-то вверх ногами прилетает просто. Подожди, по-моему, что едет? Не знаю, не знаю, не знаю. Там мне UMP нравится, хорошая вещь. Так, ну что? Кто по зоне-то? Оу! На краю зоны. Слушай, ну мы тут нормально накидали это. Сколько давай, там кило? Я пошел, перезаряжаюсь, переодеваюсь. Переодеваюсь, так, слушай, давай, ты там перезаряжайся, я пока почекаю. Так, что, у меня броник коцанный. УАЗик едет сюда. Так, УАЗик. Я вижу. Я вижу, 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 вижу. Пускай он проезжает, сейчас там как-то сам по себе. Я знаю, куда он едет. Там на возвышенности вся тусовка. Так, ну выдай себя, выдай стрелок. Ну вижу его, ну понимаешь, я не хочу стрелять, я вижу. Пускай едут мимо нас. Вейл, нам сейчас давай. Точка. Уже прижалась точка, Вейл. Подожди, а куда нам точка? Она еще не движется. Стой, стой, не выходи из кустов, она еще не движется. А сзади нас типа на 130. На 300, 330, извинись. Вон бежит, бежит, видишь? Ползет даже, не знаю. Притык бежит, Вейл, я как слепой бегаю, никого не вижу. Одного слева, в кусты зашел. Я про него и говорю. 120 е. Я понимаю, я сейчас, подожди, вот так сделаю. Че, один еще, видишь? Все, патронов мало. Я хаешку кину в поле. Напугать. Дым кидай в поле. В кустах, нам нельзя выходить, понимаешь, полиция. Почему? У нас дым есть. Я зачем таскался, блин, гранату-то? Поползли, все. Через альт, смотришь спину. Давай, 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 пока дым. Ну, ну я, давай. Я пошел. Патронов мало, чтобы это. Играть суперменов. Все, ложимся. Еще одну гранату сюда кидаю. У вас едет или. Нет, человек идет, тихо. У меня говорит примерно азимут, что я понял, где-то там. Попали. Да как он тебя... Ползи в дым, ползи. Ползи в дым. Ползу, ползу. Попал по мне, попадает по мне. И он по мне попадает тоже, сейчас в дым уйду. Давай, я все в дым. Ушел, ушел, ушел. Стой на месте, стой на месте. Дым пропадает по мне? Да стой ты. Нормально, дым еще есть, дым еще есть. Фу, бля. Я большую птичку сразу юзаю. Будет возможность. Тачка едет, походу. Дым пропал. Шапочку юзаю. Ты большая хоть есть, у меня-то ее нету. Я маленькую заюзаю. И... Он нас фигачит. Сейчас, сейчас поднимемся, сейчас поднимемся. Энергетик. Куизанул. Вставай, уходи, в дым, в дым, в дым, уходи. Так у меня-то дым есть, у меня дым есть, сейчас буду тоже кидать. Нельзя долгостоя бежать. Кидай дым туда вот, на, ну как бы в зону, да. Нам в зону, только в левее надо в зону. Куск. Правильно, правильно. Ходимся туда. 10. Мы уже в топ-10 вошли, если что. Ну тоже неплохо. Еще есть дым? Есть, есть. Куда кидать, говорю? Кидай вот туда дальше, ну, в потенциальный центр зоны кидай. Мне одна светошумовая осталась. Еще немного правее кину, у меня их еще 3. Да кидай, кидай, кидай. Нам сейчас главное просто это. Левее тебя, аккуратней. Я кинул туда дым. Ты дым кинул, а враг? Да, да, да. Прям там, где враг, там дым сейчас, точнее, где дым, там враг, скорее всего. А, около меня, слышишь? Живой? Живой, падаю, падаю. Готов, 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 готов. Молодец. Кусты, давай, в кусты, в кусты, в кусты. Я в кустах сижу. Иди там как бы. Только в зону заходи, ты ж не в зоне особо. Вот давай в кусты прям топовые. Сколько дыма осталось? Еще один есть. Здорово, здорово, ребят.
Всем здорово. На UMP-ха, конечно, это. Тихо. По мне, сейчас положь, походу. Отбегаю. Ложусь. Помогай. Ах, ты ж... Я ему хаешку туда кинул, где он был. Хаешку? Я ему дым кинул туда. Ух ты ж, мощь. Стой, надо этот быстро. Энергетик прожать. Я тоже хилюсь. Слушай, где-нибудь в сторону ляж, потому что мы на одной зоне прям стоим так. Люто. Подожди, я сейчас это, аптечку. Ты слишком плотно, тебе так не кажется, нет? Да жестко, у меня уже кончается просто все. Так, у меня есть, у меня по гранатам ничего нет больше. Это шумка одна, толку. Так, ладно, зона примерно тут сейчас. Ползком лежим только. Пока что, нас походу не... Мы тихо лежим. Не вылазь, они там между собой пусть перевоюют, я примерно понял, где они. Я левее отползаю от тебя, я левее от тебя отползаю. Справа где-то один долбит, я его просто не вижу, понимаешь? То есть вот я банально сейчас... Блин, надо ползти, слышишь, ползем. Дыма больше нет? Я побежал, нету, да, я бегу. Вижу одного, тихо. Вижу одного тоже. А, ты с той стороны, я с другой вижу, слева там есть один. По мне стреляют. Вейл, ложись! Лёг. Я в кусте, все. Сейчас бинты буду вязать. Все, живем пока что, я просто лежу около куста, меня не видно. Так, я там примерно... Понимаешь, я вижу его, ну как бы, от третьего лица, но я с ним... Поляна просто, обожаю такие моменты, ты чисто в поле, тут реально какие-то воссозданные боевые действия. Так, хомячок. Я вижу тело. А зиму-то примерно говори мне. Я скажу, на... А что значит, когда пятеро в живых мигает? Зачем она мигает? Кто-то в зоне погибает при этом. Сейчас будет сужение, у меня хп практически нету. Ползешь, да? Зу. Давай, я пока что хилю сижу. Зона уже сужается, давай, нет, я не буду ползти пока. Она сужается. Сиди. О, почти. Хотя, знаешь, я так заползу к центрику, чтобы мне... Я тоже ползти начинаю. Давай, я немного левее, правее немного бери. Вот сейчас у нас примерно... Так, там кустик хороший. Я, походу, в кустике. Они все где-то спереди нас, они все где-то спереди, получается. То есть спина у нас вроде бы как более-менее чистенькая. Нет, там... Ах ты ж! Вот. Куда? Вектор. Откуда-то где-то Е-120. Нашел его, ложусь. Лег. Я видел его. Ага, вы вырубает. Хорош. Зона, стой. Он ползет. Бил. Готов? У меня все, Вейл, ложись, хп мало. Все. Либо два тиммера, либо два рандома. Если рандом, это полбеды. Я хилюсь. Подожди, никуда не идем. Лежим здесь, хилимся пока что. Что у нас по времени? 44 секунды, слышишь? Понял тебя. Они там за деревьями где-то лежат. Я тебя понял. Можно проползти к ним. А у нас нет выбора. Ползи, давай сейчас еще один бинт прожму. Энергетик какой-нибудь, нет? Да, если сейчас скинешь под собой, давай прям кидай его сейчас. Быстрее. Кидай. Я ползу, так. Я вот кусту правому ползу. Давай. Это, судя по всему, тиммеры, согласованная команда, соответственно. Видимо, да. Вижу. Где? Убил, по-моему. Я вырубил одного. Поднимешь? Нет, я вот кусту сейчас буду. Я вырубил его. Один остался. Я вижу одного, он, по-моему, за деревом. Вот за деревом, куда я сейчас смотрю, я его вырубил, по-моему. Так, у меня пути есть, чем отхилиться-то? Тихо, Вейл, ай-ай! Ой. Ай, все, иди убивай его, постарайся. Ну. Давай, сможешь, я тебе верю. Нет, он меня завалил. Ну, ладно. Где-то справа был, ну вот и надо было не поднимать. Я его вырубил, по-моему. Ах ты. Нет, чуть-чуть не хватило. Но у него все-таки калаш был, а у меня был тоже калаш. Ну, у него деревья были, а у нас их не было, у нас пустырь чувак, просто. Чувак, мы с тобой старались, действительно, очень сильно старались. Да, нормально. То, что не смогли.